Нижнетагильский театр кукол получит более 4 миллионов рублей. Субсидии с федерального и областного бюджетов выделяются в рамках проекта «Культура малой родины». На эти деньги руководство театра планирует приобрести транспорт для перевозки актеров и декораций. 35% спектаклей, которые предусмотрены учредителем театру кукол в рамках муниципального задания, эти спектакли предусмотрены на выезде. Поэтому, естественно, транспортировка комфортная, качественная транспортировка декораций и, естественно, артистов, сотрудников театра необходима. Кроме того, в театре появится новая световая и музыкальная техника. Нижнетагильский молодежный театр тоже получит субсидию. На его развитие с федерального и областного бюджетов будет выделено почти 400 тысяч рублей.